Привет. Привет. Сейчас подождем народ, пока подсоединится. Привет. Собираюсь в ресторан. Сегодня муж пригласил, идем большой компанией, все семейные пары. Идем отмечать День всех влюбленных. Всех с праздником. Всем любви желаю. Большой, чистый и светлый на долгие годы. Да, Таня тоже с нами идет. У нас сегодня много человек будет. Спасибо большое вам, любви и детей. Спасибо большое. Загорелая, да, загорелая. Сходила вчера в солярий. Вот, поэтому загорелая. Вообще очень редко хожу в солярий. Но вот сейчас решила походить, потому что все-таки нехватка солнечного света дает о себе знать. Вика подвергная, не знаю точно. Вот не могу сказать, идет или нет сегодня. У меня не туфли, я в ботильонах. С праздником вашу семью, вас также с праздником. Вообще не очень отношусь к этому, не могу сказать, что это праздник, точнее, но тем не менее лишний повод сказать любимым людям приятные слова, подарить подарки. Я считаю, что это тоже прекрасный день. Муж подарил мне туфли, лабутены, которые я хотела, и цветы. Все стандартно. Таня обещала выйти в перископ. Возможно, вместе сегодня вечером выйдем. Кожа, нет, не портится, потому что я очень-очень редко хожу в солярий. Наверное, 5 раз в год от силы зимой. Вот, поэтому не портится. И макияж я тоже, в принципе, делаю редко, поэтому... Просто выхожу вам с вами пообщаться в перископ при макияже. Вообще, в повседневной жизни не крашусь никогда. Я в ID-студии. Сидишь на диетах? Нет, не сижу. Ну, вот сейчас вот можно увидеть, что похудела. Просто в юбке в кожаной плохо видно. Но на самом деле вешу, сегодня взвесилась 48 килограмм. Вот. А на диетах не сижу. Сижу на правильном питании, занимаюсь спортом, хожу гуляю. Пешком очень много хожу. Фирма Крестика, точно вам не скажу, это покупал муж. Рост у меня 1,69 м. Где-то так, под 1,70 м. Вечером поедаю, я уже вчера себя с мужем порадовала вкусным ужином и десертом. Сегодня, конечно, тоже порадую, но на буднях у меня всегда такой жесткий режим. Я питаюсь довольно-таки скучно, можно сказать, но зато вся пища правильная, здоровая. Поэтому я уже привыкла. Не пожалела, что сделала короткие пряди. Нет, не пожалела. Они у меня уже несколько лет. То периодически то длиннее, то короче. Поэтому мне нравится. Почему зеркало снял? Потому что так удобнее. Идем в Робинсон, в ресторан. Сегодня большой компании, 10 человек. Семейные пары, все идем отмечать. Нет, сверху не шуба, у меня сверху пальто. На лицо похудела, возможно, да, у меня лицо, конечно, худеет в первую очередь, как у многих, наверное, девушек. Не могу сказать, что это супер, но, тем не менее, сначала лицо, потом все остальное тоже худеет, поэтому без этого никуда. Какие лабутены, потом скину фотографию, возможно, в Инстаграм, покажу вам. Очень красивые. Когда малыша, я думаю, что в этом году будем уже, конечно, заниматься этим вопросом. Уже, в принципе, созрела и я, и муж, поэтому вот в этом году мы переезжаем в свой дом. Я думаю, что там уже задумаемся о том, что скорее заводить детишек. Путевки будем покупать, наверное, в начале марта. И в апреле, я думаю, что уже полетим отдыхать. Мне 27 будет в этом году. Да, редко в перископе, потому что, честно говоря, не хватает времени и желания тоже особо нет выходить. Очень мало людей здесь сидит. Вот всего 146 человек. Раньше было по 2-1500, а сейчас совсем умирает перископ, мне кажется. Спасибо. Так, вопросы не вижу, пропали.
Рассказывайте, как у вас настроение сегодня, такой замечательный день. Что подарили вам ваши парни, мужья, что интересного? К Пичугину нет, я не хожу. С успешным мужчиной, успешного мужчину нужно делать самой, мне кажется, пройти с ним огонь и воду, и потом добиться того, чтобы ваш мужчина станет успешным. Так, выезжайте. Скоро будем выезжать, Серега, не волнуйся, мы еще, нам нужно заехать в одно место. К гадалкам я не хожу, я хожу в церковь, к гадалкам я не хожу. Муж подарил мне туфли и цветы, а я ему подарила секрет. Не скажу, потому что еще не подарила, а возможно он смотрит мою трансляцию, поэтому я ему подарю только вечером. Ты сделала своего мужа успешным? Ну, конечно, можно сказать так. Поддержка долгие годы, когда мы начали встречаться, мы оба учились в школе, поэтому на тот момент о каком успехе могла идти речь. Он все начинал сам, с нуля, ему никто не помогал, ни родители. Поэтому я могу сказать, что да, наверное, я ему помогла поддержкой, опорой. Верила в него всегда, поэтому у него все получилось. Муж занимается оргтехникой, компьютерами. Сейчас еще будет заниматься кое-чем, пока секрет. 10 марта на день рождения, да, мы идем. У Вари будет день рождения, поэтому мы идем, конечно. В США жить нет, я не хотела, я патриот, люблю свою страну, свой город, Минск, люблю наш народ, вот, поэтому, в принципе, хотела бы жить, наверное, в Белоруссии и, по возможности, путешествовать в те страны, в которых мне нравится. Слишком худая? Да нет, я, мне кажется, не слишком худая, вам кажется. Вот, ну, конечно, как любая девушка, хочу выглядеть стройно, поэтому хожу в тренажерный зал. И правильно питаюсь. Соколова Валерия, я ее, наверное, не знаю. Может быть, в Инстаграме видела, не знаю. Когда буду беременна, как буду питаться? Буду питаться правильно, конечно. Да, юбка кожаная, натуральная кожа. Очень интересная модель. Редко такие наши юбки длинные, но вот это, честно говоря, понравилось. Так. Я грудь не делала, нет. А с чего такие вопросы? Кажется, что сделала. У меня грудь никогда не была маленькой. Почему не езжу в США? Потому что долгие годы была проблема с визой. Вот, поэтому как-то нужно было выделить время, чтобы мужа получалось работы, потому что минимум, на что нужно ехать, это на месяц-полтора. А вот, в прошлом году мы получили визы, поэтому в этом году поедем уже на полтора месяца. Юбку купила в шоуруме, который открылся у нас недавно в центре Минска. Бизнес-центр «Парус». Я отмечала платье на последней фотографии в Инстаграм трикотажные. Вот в этом же магазине приобрела эту юбку. Пластического хирурга не посоветую, потому что никогда не обращалась. Да, губы делаю в Родене у Екатерины. Обручальное кольцо сегодня одену. Ношу редко, потому что стало велико немножко. Нужно его немножко уменьшить, подогнать под мой размер пальца. Нос я никогда не делала, ничего не делала вообще с лицом, кроме губ. Духи Balenciaga B очень хорошие. В последнее время моя самая любимая водичка. Спасибо. Кератиновому выпрямлению, как к бразильскому, отношусь крайне негативно, портит волосы, обещают одно, в итоге получается совершенно другой эффект, волосы портятся, поэтому вам не советую ни утюжками пользоваться, пользуйтесь маслами, какими-то народными процедурами и не портите, не травмируйте, я вас умоляю, волосы, потому что вы потом их просто никогда не восстановите, придется просто срезать длину. Хотела бы двойню, да, хотела бы двойню. Отстреляться сразу и, в принципе, можно дальше продолжать жить для себя. Заниматься собой, фигурой,
как отрасти длинные волосы. Отрасти длинные волосы – это, конечно, долгий труд. Нужно заниматься этим не месяц и не неделю, а годами отращивать длину. В первую очередь не краситься, не пользоваться утюжком, не пользоваться феном и, конечно, делать различные маски, о которых я уже говорила. Спасибо большое, спасибо. Сборы, день всех влюбленных. Когда у тебя было амбре? Да, я делала амбре, о чем, конечно, очень пожалела потом, потому что, наверное, 2/3 своей длины я спалила. И вот приблизительно вот до сюда у меня было где-то амбре, а волосы просто-напросто поотваливались. Вот, поэтому никому не рекомендую делать, как бы вам не обещали, но это безумно вредно для волос. Да, высшее образование у меня есть. Я сейчас учусь в БНТУ на второе высшее образование. Вот, кстати, у меня сессия недавно закончилась. Нравятся волосы Ларионовой, или они плохие? У нее очень хорошие, длинные, густые волосы, красивые. Вот, конечно, нравится. Спасибо за ответ, не за что. Селективный парфюм тоже люблю. Ну, честно говоря, просто есть какие-то водички на протяжении долгого времени, которым пользуюсь. Есть новые новинки, которые мне нравятся. Вот, ну. Я не работаю. Если кудрявые волосы, как сделать их прямыми? А вам это нужно? Может быть, у вас изюминка в ваших кудрявых волосах? Вот. А вообще, конечно, можно выпрямить утюжком, но я не советую вам делать никакие бразильские выпрямления, потому что очень вредно, и потом проблем не оберетесь просто. Давно дружишь с Юлей и Таней? Ну, да, довольно-таки давно. Молекула нравится. Когда детей рожаешь, жить уже не может быть для себя. Нет, безусловно, конечно, когда появляются дети, ты живешь только для них. Я имею в виду, что потом полноценно можно заняться собой в плане своей фигуры и, в принципе, вести образ жизни, который ты вел до того, как у тебя были дети, ходить спокойно в зал, заниматься собой, потому что я считаю, что любая мама, хоть она и родила, должна выглядеть хорошо. Если грудь испортится после кормления, операцию, сложно сказать, но если как-то катастрофически все будет очень плохо, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы сделать, подтянуть грудь. Спасибо большое, спасибо, ребята. Макияж делаю в повседневной жизни сама, но если вот как сегодня, какой-то важный день, и все-таки я сегодня 14 февраля, то делала в студии ID. Как относишься к Brazilian Blowout? Отношусь тоже крайне негативно. Мне предлагали как-то, можно сказать, по рекламе сделать, но я отказалась. Вот, и о чем потом не пожалела ни разу. Потому что все, кто из моих подруг делали Brazilian Blowout, очень плохие негативные отзывы потом были. Вначале на фотографиях то, что вам показывают, приблизительно так же и получается. Волосы ровные, блестящие. Но через какое-то определенное время очень портится сама текстура волоса, структура. Вот, поэтому не советую вам делать. С праздником! Вас тоже с праздником! Любви взаимной на долгие годы. У меня, в принципе, прямые волосы, но я как бы выпрямляю, если какие-то мероприятия, брашингом и феном. Но не на мокрые волосы, когда волосы уже подсохнут, я немножко выпрямляю волосы феном, холодным воздухом с эффектом ионизации на брашинг. И тогда, в принципе, волосы, вот как сейчас у меня, становятся ровные. Просто в зависимости от того, какая погода, если немножко влажно, они немножко могут пушиться. Нет, я не пользовалась такими полосками, тоже мне предлагали по рекламе посотрудничать с этой фирмой, но я отказалась. Встречу организовать, не знаю, никогда не думали, не говорили на эту тему, поэтому ничего не могу вам сказать. Нет, я не курю, никогда в своей жизни не курила, крайне негативно отношусь к тем, кто курит, и поэтому вам тоже не советую. Как полюбить себя? Сложно сказать. Мне кажется, каждый человек и так себя любит. Поэтому нужно чаще говорить себе какие-то добрые, приятные слова, искать в себе хорошие стороны.
Вот, и мне кажется, что это вопрос времени. Конечно, совершенствоваться, делать себя лучше, исправлять то, что вам не нравится. И со временем, мне кажется, любой человек себя полюбит, делать какие-то добрые поступки. Ведь любит не только за внешность, но и за добрые дела, которые человек делает. На Волгоградской такого магазина нет. Это про какой бы магазин? В каком наряде идешь сегодня? Не знаю, заеду домой, наверное, пойду в платье, у меня есть новое. Возможно, его надену. Марина Майер, да, красивая девушка, мне она нравится. Нравится Анна Андрес из Инстаграм. Кто еще мне нравится? Ну, есть какие-то девочки, американские модели, фотомодели, которые тоже симпатичны. Нет, я не работаю, я учусь. Так, иди, нет, ну, наверное, это не слишком празднично, вот, поэтому так, наверное, не пойду. Что за модель? Я точно не знаю, не помню, как их зовут, поэтому не скажу. Вести тренинги о питании и стиле. Нет, мне кажется, что я, наверное, не слишком подкована в этих вопросах, чтобы вести тренинги, вводить людей в заблуждение. Все то, что я знаю, это какой-то базовый такой курс знаний, который знает абсолютно любой человек, у кого есть интернет, поэтому ничего нового просто я вам не расскажу. Ну, я думаю, что на заочном учиться тоже нужно время и мозги, чтобы учиться, особенно в БНТУ. Очень тяжелые, безумные сессии, поэтому, как бы, не знаю, почему вы так считаете. Так, сообщение. Так, буду закругляться. Резус-конфликт никогда не проверяли, я знаю, что такое есть, но мы как-то не заморачивались по этому поводу. Вот, поэтому главное, чтобы были здоровы, не было никаких инфекций, а все остальное это уже вопрос относительно БНТУ рулит, я согласна. Учиться сложно, преподаватели очень такие своеобразные, тяжело к ним найти подход. Вот, поэтому БНТУ никакой халявы не ждите. Одежду покупаю ту, что нравится, вне зависимости от бренда, в принципе, но есть, конечно, какие-то фавориты. За здоровьем слежу довольно-таки тщательно, питаюсь правильно, занимаюсь спортом, пью витамины, вот, поэтому, ну, на здоровье у меня есть какая-то определенная галочка, вот, поэтому за здоровьем слежу. Хлеб и рис. Хлеб практически не ем, ни хлеб, ни батон, ни мучное. Рис есть, но тоже редко, очень редко. Почитай Есенина, ты делаешь это круто. Спасибо большое. Не знаю, какое стихотворение вам прочитать, наверное, просто нет времени. А какие витамины пьешь? А на данный момент я пью, как же они называются, айвит, да, айвит витамины. Это витамин А и Е группы для кожи и для волос. Про экскортниц Минска нет, извините, не знаю, никак не отношусь к ним, поэтому вы с Олесей одинаково одеваетесь, с Олесей, да, ну, конечно, одеваемся в Минске, в бутике «Империя», выбор не огромный, поэтому, конечно, вещи повторяются, много одинаковой обуви, одежды у нас с ней, поэтому, ну, глупо говорить, что кто-то за кем-то повторяет, поэтому просто одежда иногда повторяется, это нормально для Минска. В Минске есть экскорт, но я думаю, что он есть везде, но, честно говоря, я не знаю ничего о этих девушках. А в определенные дни цикла нужно пить айвит? Нет, я просто пью их месяц, дважды в день, для кожи и для волос. Заочка, диплом в рассрочку. Ну, есть, конечно, доля правды в ваших словах. Витамины мерц. Ну, в последнее время нет, не нравится. Все, ребят, буду закругляться. Хорошего вам вечера, а то меня уже ждут. Всем любви. Найти свою вторую половинку, кто еще не нашел. Поэтому поехали мы отмечать. Если вдруг что, то сегодня встанем, может быть, выйдем, пообщаемся с вами. Вот, все. Счастливо, ребят. Пока. Хорошего вечера вам тоже. Пока. Да, я постараюсь сегодня выйти.
Может, покажу вам подарки, которые муж подарил, если будет возможность. Спасибо. Спасибо большое. Пока-пока, увидимся.